в нашей маленькой глухой деревне действует колхоз. И в нем есть одна особенность. Пастух. Бесогонный. Есть колхоз в моем уезде, он не малый, не великий, он такой, как все колхозы, но с одним таким нюансом. Есть в колхозе стадо бесов, есть пастух Виталий Шулер. Ранним утром выгоняет их с фермы, и он гонит этих бесов вдоль обратно в чисто поле, и гоняет вплоть до самого обеда. А когда обед приходит, то пастух Виталий Шулер гонит бесов к водопою, чтоб они воды попили. А когда они напьются, снова гонит бесов в поле, чтобы бесы в чистом поле друг за дружкой погонялись. А потом гонит стойло и ложится спать спокойно, и во сне ему приснится, как он гонит, гонит, гонит. Вам-пам, пам-па-дим-пу, вам-пам, ма-да-па-дим-пу, вам-пам, пам-па-дим-пу, вам-пам, вам-пам, пам-па-дим-пу, вам-пам, ма-да-па-дим-пу, вам-пам, пам-па-дам-парам, пам-па-дам. А когда пастух Виталий заболеет и простынет, он не ходит на работу, он скучает и листает. Справочник по бесогонству, в нем нет слов, лишь пара слюни и совсем немножко девства, приблизительно такого. А нафига колхозу бесы, если бес не продуктивен ни по шерсти, ни по мясу, ни тем более по яйцам. Вам-пам, пам-па-димпу, вам-пам, пам-па-димпу, вам-пам, пам-па-димпу, вам-пам. Вау-пам, пам-па-димпу, вау-пам, па-да-па-димпу.